Мацистинская чайная фабрика Константина Туршу выпускает более 120 видов чая. В основе каждого купажа только натуральные добавки, сублимированные сушеные ягоды и фрукты, натуральные травы. Органическое производство подтверждено соответствующим сертификатом качества. А вот этот классический черный чай был удостоен гран-при на международном дегустационном конкурсе «Продукт года». За этот приз боролись больше 1500 компаний из 56 зарубежных стран, но диплом достался Мацистинской фабрике. Конечно, для нас это громадная победа. И мы хотим поблагодарить главу города, который направил нас на этот конкурс. И мы не побоялись, выступили и завоевали гран-при. На конкурсах славится не только сочинский чай, но и упаковка, в которой выпускается продукция. Так, например, по результатам конкурса «Чай-кофе», проходившего со 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, золотую награду получила вот эта коллекция. Она была признана лучшей сразу в нескольких номинациях – упаковка, вкус и качество продукции. В нашем предприятии есть отдел технического контроля, который ведет постоянный контроль на всех стадиях производства, их более 8. Продукция Мацистинской фабрики Константина Туршу проходит и добровольный контроль сертификации. Тщательная проверка сырья ведется с момента сбора листа до фасовки готовой продукции. В лаборатории фабрики органолептики не только следят за качеством, но и корректируют составление купажей. Дегустация – это неотъемлемая процедура во время проверки готовой продукции. Она проводится на всех стадиях производства каждого вида чая. Только так можно оценить вкусовые качества, аромат и соответствие купажной смеси эталону, к которому привык потребитель. Только после такого сравнительного анализа готовая продукция утверждается и попадает на рынок и стол покупателя. Кстати, чайная палитра, которая уже была апробирована и оценена по достоинству международными экспертами, через пару недель отправится на Европейскую сельскохозяйственную выставку в Париж. Свою продукцию Мацистинская чайная фабрика представит и на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.